А в этом видео мы делаем стойку ресепшн. Вкратце хочу продемонстрировать и показать, как она выглядит. И мы некоторые этапы тоже покажем в видео, как мы монтируем. Мы уже сделали вот такие заготовки, кстати. Вот они. К сожалению, видео нету, как мы делали вот эти заготовки. Но если вам будет интересно, мы будем тоже в следующих видео это показывать. А пока мы будем показывать процесс, как мы монтируем данную стойку. Дождался своего часа. Итак, мы завершили работу. Вкратце покажу, как все выглядит сейчас. Тут мы сейчас заделаем. Давайте посмотрим, как выглядит вид сзади. Жалко, подсветку я не могу показать вам. То есть торопимся очень. Вот. И так это выглядит. Как мы крепили вот эту часть, тут просверлили и по всему периметру, потом закрутили саморезы. Можете увидеть сами. Сделали также вот такие полочки для системного блока. Вот, если в целом выглядит вот так у нас.